Итак, друзья, после обновления до апдейта 19.03 в мае 2019 года в Windows киностудии начали всплывать ошибки. Соответственно, ну вот видите, вот я провожу, и вот-вот появилось, значит, видео пропало, его невозможно воспроизвести и так далее, оно не работает, все. И так далее, если возить вот чуть-чуть, видите, ползунком, вот так все происходит. Итак, друзья, поэтому сейчас при вас я постараюсь удалить. Итак, друзья, значит, удалим Windows киностудию. Для этого заходим в программы и компоненты. Чтобы найти нашу программу, необходимо в Movie Maker написать. Вот почему-то так. Раньше было в Windows киностудия, сейчас именно почему-то Movie Maker. Ну и давайте заново открываем. Сейчас я прикреплю значок и проверю, будет ли вот эта программа сейчас. Так, друзья, проблема действительно исправлена была. Проверка показала, что проблема осталась даже после обновления. Возможно, знаете, это уже особенность Microsoft, да, то есть Microsoft, он официально сейчас Windows киностудию уже не поддерживает, и, соответственно, тем самым он как бы не мотивирует вас пользоваться Windows киностудией. Возможно, да, возможно, просто не надо переходить на обновление новое, если вы работаете с Windows киностудией. Так что вот такие вот особенности. Ну а теперь, если вы работаете, да, необходимо просто не водить вот этим ползунком как-то или минимальное количество и постоянно перезагружать, закрывать проект, как только начинаются вот эти баги, которые я показал, потом опять заново открывать, они пропадут, ну и так далее и тому подобное. Вот только так.